3. Команда КВН «Валерка», Германия. Вася,
Что это вообще? А, он своровал Сваровский. Он своровал Сваровский? О боже, он своровал Сваровский! Что же вы знаете? Звоните полиции! Спокойно, полиция уже здесь. Что у вас произошло? Он своровал Сваровский. Ты что, Сваровский? Ты что, не бей его! А чем ты его защищаешь? Нет, ты понимаешь, его адвокат. Что-то жалко, жалко. Пойдем дальше. Пойди похавай, я пока его покараулю. Слушай, мужик, ну ты же понимаешь, с кем не бывает. Мужик, ну с кем не бывает? С енотом. В смысле? С енотом не бывает, нахрена не Сваровский. Я пожаловал. Че, давно я вас сторожусь? Да, давно. Ну так че, походу он отсиделся. Иди, парень, ты свободен! Друзья! Сегодня мы единственная команда из Германии на этой сцене. Das Wicken lassen uns auf Deutsch unterhalten. Damit die anderen es nicht verstehen. Wir haben uns sehr gefreut, euch wieder sehen zu können, aber jetzt ist leider die Zeit für uns zu gehen. Und wenn wir schon da hinter der Kulisse sind, sagt jemand von euch, von da oder der Mann mit dem Bart, so ganz, ganz leise. Чё он сказал только что? А что не была команда КВН «Валерка»? Постоите на командушку! Что 50 грамм, конечно. Вот. Три. Три плюс. И вискарь. Прямой эфир. Машинка лучше всех. До этого две дороги с утра. Четыре, Рома.